Прыгай и худей. Под таким девизом проходят современные занятия Kangoo Jumps, которые стремительно набирают популярность во всем мире. Все дело в ботинках, которые благодаря специальному устройству позволяют совершать энергичные прыжки и при этом сжигать феноменальное количество калорий всего за одну тренировку. На 80% снижается нагрузка суставов при выполнении упражнений. Тренировка сердечно-сосудистой и лимфатической системы. За одну тренировку возможно сбросить более 1000 килокалорий. Да. Работают, подтягиваются абсолютно все группы мышц. Координация развивается, осанка улучшается. Ботинки похожи на лыжные, со специальной системой пружинных пластинок, прикрепленных к подошве. Чтобы заниматься в них, от человека не требуется специальной подготовки. Стоит сказать, что современное веяние в фитнесе до этого использовалось только в медицинской практике, а именно специальная пружинистая обувь разрабатывалась для пациентов, которые перенесли операции и нуждались в реабилитации. Преимущества новинки оценили фитнес-инструкторы и с удовольствием внедрили в свою практику. В ботинках Kangoo Jumps работают все группы мышц. Вот даже вот сейчас я стою в них, у меня уже напряжен пресс. Работают мышцы пресса, эффективно прокачиваются мышцы ног, ягодицы, помогают избавиться от целлюлита. На первый взгляд ботинки Kangoo Jumps кажутся весьма неустойчивыми, однако освоиться с ними очень легко. Ощущение невесомости вскоре проходит, а начинать следует с простых упражнений – легкого бега на месте или же прыжков с одной ноги на другую. После небольшой практики можно вставать с группой и выполнять полноценный комплекс упражнений. Эта программа рассчитана на самый широкий круг пользователей от 6 до 90 лет. Разные размеры от XS до XL. Может и ребенок заниматься, и мужчина с весом выше 100 килограмм. Если вы решили приобрести ботинки и заниматься самостоятельно, то вам следует знать, что качественный товар будет стоить не меньше $250. А каждая пружина в Kangoo Jumps рассчитана на 50-80 часов тренировок. Смена только одной детали будет стоить вам около $50. Несмотря на то, что занятия в пружинистых ботинках относят к кардионагрузкам, в них есть и силовая составляющая. Вес каждого ботинка около 2 килограммов. Аэробику в Kangoo Jumps можно проводить не только в залах, но еще и на улице. Свежий воздух плюс физическая нагрузка равно здоровый образ жизни. Ощущения, конечно, самые удивительные, потому что все тренировки абсолютно разные. Мы не только в ботинках занимаемся, у нас и силовые, и гантели, и бодиварты, все у нас есть. Вот, в ботинках мы даже на улице занимаемся, бегаем в сторону Кисканского монастыря и назад. Это по лесу, это, конечно, бесподобно интересно. Буря эмоций, вообще очень тяжелая тренировка, много энергии ушло, но до сих пор дыхание не восстановилось, но очень замечательно. У этого фитнеса практически нет противопоказаний, однако если у вас были какие-либо проблемы со здоровьем, то прежде всего стоит проконсультироваться с врачом.